Всем привет! Вот, приехал на мойку, которую я вам показывала. Оказывается, чтобы помыть машину внутри тряпками, это стоит $75. Я говорю, ничего себе, вы что, обалдели, что ли? То есть 25,99 это стоит помыть машину снаружи и пропылесосить. Если детально помыть внутри, то это стоит $75.99. Кстати, здесь работают исключительно мексиканцы, я так подозреваю, нелегалы, потому что они по-английски не говорят совершенно. Вон там, вон на горочке я живу, там мой домик. Вот, тут расценки на мойку. Жду, пока помоет. Тряпочка я и сама за $75 протру. Жалко что-то такие деньги тратить. Дайте я вам покажу, где что сколько стоит. То сегодня ребят везу, хочется, чтобы чистая машина была. Вон тыквы везде. Плохо, что я забыла свой стабилизатор. Ну что поделаешь. Тут есть встроенный стабилизатор у iPhone 11, поэтому нормально. Вот, видите, Full Service Wash за $23.99. Это мойка снаружи и пропылесос внутри. Я взяла Wash Plus, чтобы ваксом снаружи обработали. А он мне предлагал Super Wash. Вот это Details, да, получается Details. Но это как с каким-то рестор. Что-то он мне, по-моему, хотел раскрутить на деньги. Я вот пытаюсь найти по цене. Так, это Exterior. Classic Interior. Classic Exterior. Это все Exterior и Exterior. А где вот Interior? Просто протереть вот панели, как мы привыкли. Я что-то так... Они так плохо говорят по-английски, а испанский я не знаю. Я не знаю, как объяснить. Will Bright Try Dressing Ultimate Lava. Нет, что-то я не вижу. Air Freshener мне не нужен. Ну, в общем, я не вижу той опции, чтобы просто протереть детали. Он мне предложил за $79.99. Ну, зачем мне Restore Headlights? Hand Wax Express. В общем, сложно сказать. Если у них просто протереть детали, наверное, у них так не принято, да? Либо ты делаешь химчистку, либо ездишь дальше на своей грязной машине. О, мою машину уже привезли. Пошла я забирать. Так, надо достать чаевые. А у меня меньше $5 нет. Вот моя машинка. Кто меня спрашивает, какая у меня S-класс? Нет, это Mercedes S550 2017 года. Вот она, моя машинка. А они, кстати, за 25,99 они мне внутри окна все помыли. Я думала, внутри мыть не будут. Нет, внутри тоже помыли, потерли. Сейчас, наверное, уже будут отдавать. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!